this time, afraid to lose what's mine, kill me before I take it all away, living in a city with all the same, you'll always be the one to blame, in the shadows. Oh là là, quelle couleur! Quelle couleur t'as dit? Oui! C'est quoi comme couleur? Ça? Le shark, shark en anglais, shark en français. Requin? Oui, le requin, ouais. Poisson. Ça me ressemble un petit peu. J'ai jamais vu un requin de cette couleur, personnellement. Oui, peut-être trop âgé. Всем привет! Сегодня необычное включение, что стало уже маленькой традицией такой. Просто я нахожусь в некоторых условиях довольно интересных. Я решил, что будет интересно в этих условиях, в новых, показать вам что-нибудь. Игры сегодня будут совсем простенькие, ничего особенного, ничего интересного, но зато покажу, где я, что я. Я вообще музыкант. Иногда у нас происходят какие-то репетиции. Кстати, если музыка будет играть, будет мешать, не обращайте внимания. Я надеюсь, голос слышно. Мы там записываемся, репетируем, пробуем. Я музыкант, у меня группа есть, я играю в группе. Сегодня мы у нашего звукорежиссера. А, вуаля. Ok. Ouais, ouais. Meshuga, Muse. Ça fait plaisir, c'est vrai. Ça, je connais pas. Volcom, c'est quoi? Volcom. C'est groupe, non? Non, c'est une marque. Ah ben, je regarde. Il y a le Meshuga, il y a Muse, il y a Volcom, il y a rien. Так, попробуем продолжить. Меня тут перебивают постоянно. Ну, сами понимаете, процесс особый. Давайте попробуем. Это вам игры по-быстрому показать. Я надеюсь, там я успел все объяснить. Мы здесь занимаемся там некоторыми делами по группе, там записываем что-то, демки, там тестируем аппаратуру, свет тестируем. В общем, делов куча. Между делом у меня с собой есть несколько игр новых, пополнений. Как я уже сказал, ничего сверхъестественного, но все равно хочу вам их показать. Я не знаю, кстати. Давайте, может, вот так буду вам здесь показывать. Вот такой Virtua Fighter. Все его знают прекрасно, ничего сверхъестественного, кроме того, что игра из ранних, 3.0.29, и еще она мне нравится тем, что у нее есть симпатичная внутренность. О, ну все, музло опять пошло. Надеюсь, меня будет слышно. Блин, и одной рукой неудобно. Ну, в общем, поверьте на слово, вот. Тут там вторую половинку видно. Красивая вставочка, мне нравится. Симпатично. Это не что-то такое, что я давно искал, но ранние игрушки в коллекцию всегда интересно. Ух, какие крутые ступеньки. У нас тут есть кое-какая красота. Ой-ой-ой-ой-ой. Та-та-ра-дам, та-ра-дам, 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 та-ра-дам. О ла 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 ла. О ла 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 ла. C'est quoi? C'est le château. C'est facile et perdu ici. Ouais, c'est ça. C'est pas pavillon, moi. Moi, j'ai fait ça.
Voilà. On te cherche un heure. Oh là là. Круто здесь. Круто, круто. Большой домик. Большой и приятный. Алло? А, ну, все пока. Тут заблудиться можно в этих хоромах. C'est fini, oui, paparazzi. Cool. En fait, tu peux louer ici, ça peut être une maison de vacances et tout. Ah ouais, quand même. Là, si vous voulez, on passe par là. Comme ça, allez. Vous voyez le là. Ah bon. C'est bien parce que c'est pas chez moi, mais je fais quand même la musique. Donc là, en vrai, c'est sa vraie entrée, normalement. C'est la même porte d'entrée. Et elle est où, là? Voilà. Ah non, il y a aucun problème. C'est une très belle bâtisse. Voilà. Ouais. Et en plus, le jardin aussi, on peut faire le concert directement là. Tu vois, derrière, ils voulaient, à la base, ils voulaient avoir une piscine naturelle, pas une vraie piscine, tu vois, ouais. une piscine naturelle. Et en fait, il a arrêté. Parce que là ici, dans le corps ici, bah, t'as à peu près la même surface que la maison avec un étage. Sauf que c'est pas aménagé, mais en gros, c'est aménageable. Là, il a son sa petite bâtisse de jardin, qui est une vraie bâtisse de jardin. Cool, avec le cœur. Ouais. Oh, c'est quoi ça? C'est pas un pan, c'est des cerises. Le grand comme ça? Bah oui. Mais c'est pas possible. Ah, они не сильно большие, но издалека показались. Oh, c'est mignon. Regarde là, tu te rends compte que c'est grand quand même. Quand tu regardes la perspective depuis là, tu te rends compte que bon, voilà. Au moins de l'intérieur, ça fait. Ouais, ouais. mais nous, on était que ici le. En fait, on n'était pas dans la grande maison. Oui, voilà. Voilà. Et donc il y a. La ça veut dire qu'il côté, y a encore. C'est la maison de sa mère. Cool. Et c'est pareil. Elle a du coup, elle a 3 étages. Elle a 200 mètres carrés. C'est cher de. Impôt, je crois. Bah non, pas tellement en fait. Pas tant que ça, Asus. Ah bon? Là, lui, il a vendu il a vendu toute sa maison là, plus le jardin ici. Il a vendu 230 000 euros. Ah, il a vendu déjà? Ouais. Oui, il déménage dans 20 mois. C'est ça. Дальше вот такой вот Mortal Kombat. К сожалению, он мне тоже достался бонусом. Я хотел версию полную найти, там где... Ultimate Edition, или как-то она называется, там, где с DLC-шками уже. Но, к сожалению, досталось вот это. Ну, как говорится, если досталось, то чего уже жаловаться. Но зато комплектное в полном состоянии, в нормальном состоянии, в полном комплекте. А я еще хочу вишенку. Точнее, черешенку. Блин, они обалденные, такие вкусные. У меня ноги уже мокрые. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre chaussure, s'il vous plaît? Rien du tout. Et toi, tu peux dire quelque chose? Bah, c'est un génie. Ah non, c'est à la main. Tu veux dire à l'argent, c'est-à-dire que c'est un cardio? Attends, vas-y, explique à nouveau. J'ai dit une fois. La technologie. Le studio embarqué. Studio de poche. C'est ça. C'est fort.
Cauchemar. J'ai trouvé un PC qui tourne turbine avec du FireWire maintenant, ça n'existe même plus. Et moi je sais que c'est un genre projet quand on a refait le PC, enfin quand j'ai refait mon PC, justement quand on voulait enregistrer la batterie, puis c'était pas possible. Non, mais... Bah, ou alors il faudra peut-être une carte, je suppose, avec du PC. Mais bon, ça rajoute une surcouche logicielle, donc une source potentielle de... Дальше, вот такая вот игрушка тоже не часто встречается, в принципе, хотя и не старая, а наоборот, она из свежих, из последних, скажем так, 02-133 номер у нее, гоночка Ride. Почему она редко встречается? Это потому, что она вышла и на PS3, и на PS4 одновременно, и, соответственно, я так понимаю, на PS3 был небольшой тираж, поэтому... Игрушка на PS3 встречается реже. Внутри она совсем скучная. Ну, из-за того, что, собственно, позднее. Как видите, здесь мануал совсем такой, одна бумажечка. Вот он, мануал. А эта бумажка, это просто здесь перечень марок каких-то. Я не знаю, зачем они это делают. Но, видимо, есть какие-то обязательства у них. Кавасаки, Хонда, Брембо и всякое такое. Тоже вроде бы ничего особенного, но пусть будет. Du coup, tu vas vite en papa maman. C'est quoi que t'appelles vraiment? C'est les paradis d'ol là? Comme ça? T'as avec tes baguettes plus que comme ça. Ah, c'est le casque, mais en plus il y a le réglage. Parce que sur l'ensemble, ça, en règle générale, sur les albums, t'as quand même une homogénéisation du visage. Mais pas forcément. C'était au master qui faisait la cohérence. Le casque ou. Ouais, madame. Rien bien caché. Ouais, genre, quand il y avait le son, j'entends. Mais après, c'est pas grave. Quand je change, j'entends pas. Pas mieux, je vais regarder si j'ai les mains. Parce que moi, je vais me coucher. Je vais regarder si j'ai les mains. Дальше. Вот эта вот штука, она совсем не редкая. Я часто даже наоборот говорю, что Call of Duty такая как бы вроде бы для коллекции ненужная вещь. Но потом я посмотрел, что все-таки почему-то вот третья она довольно редкая. Ее уже вообще сложно найти, у меня ее до сих пор нет. Потом я глянул, что и четвертая, или не знаю, какая она по очереди, ну вот это конкретно World at War, она тоже как-то редко встречается. Ну и опять же, бонусом она шла, когда я брал то, что мне более важно. Вот еще помятый такой мануал, но при этом он здесь есть. Ну, в общем, пойдет. И, кстати, почему-то вот эту именно Call of Duty мне захотелось поиграть. Я абсолютно не помню даже вообще, проходил я ее или нет. Мало того, видите, она еще и... не в родном боксе, в обычном блюрейном от какого-то фильма сюда впихнули, ну, в общем, такое. Ну и самое главное, что в этом наборе, это я нашел еще одну версию, сам того неожиданно вообще. Я думал уже все, у меня есть две игры Walking Dead, сезон 1, сезон 2, а тут я встретил
вот такую вот обложку, такую версию Game of the Year Edition. И, блин, ну, пришлось брать, потому что ее я вообще никогда не встречал раньше. Хотя вот при этом сама картинка, она, по-моему, если не ошибаюсь, даже на четвертой Соньке именно вот эта картинка используется. Но вот на третьей я ее очень нечасто встречаю, поэтому решил взять. Теперь получается у меня 3 игры. Насколько я понимаю, теперь все-таки это сет на PS3 по Walking Dead. Хотя, кто его знает, может быть, потом еще каким-то сюрпризом окажется еще одна. Так что вот, сегодня очень коротко по играм. Ну, не знаю, может быть, вам все равно понравится, потому что покажу вам, или показал уже, не знаю, как я там буду это все монтировать. Ну, вот этот маленький процесс наш рабочий, музыкальный. Солнышко вышло. Почти. Чуть-чуть. Немножечко. Моя балалайка. Опа. Опа, опа. Посмотрите, сколько шнуров. Ужас. Запутаться можно в этих всех шнурочках. Что у нас тут у вокалиста есть какая-то штучка? Спецэффект. Забыл вам еще одну штучку показать. Решил вот сейчас пойти черешенку сорвать. Заодно покажу вам последнюю прибамбульку. Попалась мне вот такая вот коробочка. Очень древняя, в таком расхлебанном состоянии. Это не игра, конечно. Это DVD-мультик какой-то, но меня зацепила обложка. Очень старинный какой-то мульт. Супер Гран-при называется. Японский, судя по всему, судя по картинкам, и причем очень-очень старый. Я даже не знаю, 2005 почему-то здесь год, но мне кажется, это издание во Франции, может быть, в 2005 году переиздавалось, но явно мульт сам намного старше, судя по рисункам. Хотя вот, к сожалению, не написано оригинально. Ну, я даже не знаю, я такие штуки не собираю вообще. Хотя, он пустой, видите, ничего в нем внутри нет. Но, когда в руки попадается что-то такое, то как-то все равно приятно. Не знаю, мне обложка прикольнула. Что-то в ней есть такое. Надо его будет почистить, он грязненький. И, может быть, на полочку, так, для красоты. Вот, но это не важно. Гляньте, какие тут красивые черешни. Посмотрите на эту красоту. А, просто бомба. Шикарные, вкусные, сладкие. Кстати, во Франции черешни вот такие не купишь где-нибудь у бабушки на улице. В магазине они стоят приличных денег. А вот тут вот они прямо огромнейшим деревом растут и никому не нужны. Это, я уже говорил, не помню. Мы у нашего звукорежиссера. Это его дом, это его сад, его дерево. И он явно небольшой фанат черешни, потому что она висит. И никто с ней ничего не делает. А на самом деле, если вот по французским ценам, вот если все это собрать и продать в магазине по французским ценам, то можно было бы прилично очень навариться. Но я так понимаю, никто этим заниматься не будет. Ох, высоко как.
Вот такая вот штука. Странный немножко ролик получился. Но, ну как есть. Решил, что может быть вам будет интересно увидеть. Я весь обвешанный всеми этими прямбасами, буквально нашел минутку, чтобы что-то поснимать. Я тут еще и диски пытаюсь как-то тягать. Так что, извиняйте, если получилось как-то не очень модно, но как есть, как говорится. Для разнообразия пойдет. Ну а по более серьезным, интересным игрушкам, может быть, вернемся как-нибудь в следующей серии. Ну а на этом все. Всем пока и до новых видосов. Слушайте, кстати, классную музыку, какой-нибудь металл. Не, ну просто классную музыку, не обязательно металл. Всем пока. Destroy, control, be the one, no matter how it's done. Myself, for myself, a million.